Добрый вечер, мои дорогие! Сегодня мы с вами готовим индейку. Расскажу вам, как запечь индейку в духовке, в пряном маринаде, в соевом соусе. Все очень просто, сейчас пошагово, быстро-быстро, без лишних разговоров покажу. Вы на кухне с дилетантом. Ее замочим не молотком, а замочим ее в маринад, который мы приготовим из мандарина, потому что лимона у меня нету, как всегда, чего-то у меня не хватает, и приходится на ходу выкручиваться, выеживаться. Наливаем литр воды. Вы знаете, где вы. Если вы нажали на кнопку play, значит, вы захватили полный кухню. Все, пусть так стоит 2 часа примерно. А это нам понадобится уже для непосредственного замачивания на ночь. Или на 2-3 часа. 2-3 часа. Ведь ручки у нас с вами золотые, золотые руки. Сегодня, вот видите, у меня мандарин. Мандарин в руках, это значит, мы приготовим что-то при его участии. Для вашего маринада вам понадобится гвоздика обязательно. Убираем индейку при температуре 250 градусов 20 минут. Потом выключаем духовку и оставляем индейку в духовке остывать, ну, до тех пор, пока не остынет духовка. Часа 2 будет она у вас остужаться. После этого можно ее достать, покушать тепленькой, либо убрать в холодильник, и она отлично подойдет как альтернатива колбасе и всякой ерунде, которую вы кладете на свои бутерброды утром. В холодном виде. Посмотрите, такая какая нежнятина. Будет такое филе индюшатина. Просто обалденно. Очень, уже кстати, 2 кусочка, да, улетели. Примерно 10 порций должно получиться. Старшая из... скушала. Вот. А этот кусочек буду кушать я. То есть получается раз кусочек, 2-3. Слайсиков. 10 слайсов. 4, 5, 6, 7. Приятного 8, вам 9, аппетита. 10. Ну, то а есть что получилось? 11, нарезку, либо нарезку потоньше 10 кусочков утром, нормальных. Потому, либо как, понимаете, потоньше 12 получается. На ночь глядя. По моей технологии сначала мы мясо замачиваем в рассол. Индейка должна какое-то время побыть в рассоле. Я держала 2 часа. После этого индейку я вытащила, просушила ее полотенчиком. И после этого у нее были другие спа-процедуры. Я ее натерла соевым соусом обильно, так, чтобы вся пропиталась индюшка со всех сторон. Вот, и тоже убрала в холодильник на 2 часа, чтобы она там постояла, повпитывала в себя всю вкусняшку. А, еще не забудьте добавить оливковое масло в ваш маринад. Ну и все, помещаем индейку в форму для запекания. В эту форму я кладу фольгу и масло наливаю. И протираю. Надеюсь, у вас все получилось вкусно, и пошаговый рецепт был доступен и понятен. Очень надеюсь, что вы следите за временем, и что ваша индюшка не подгорит. Жалко было бы потраченных усилий, времени и саму тушку, конечно, испортить. Вот, было бы очень жалко. Ну что, все готово. Иду вытаскивать мяско. Будет вкусно. Да.
убираем в холодильник до утра. Сейчас сильно горячо, поэтому я пока не буду убирать в холодильник. Разрезать буду завтра, а то все спят. Спокойной ночи, пока-пока. Посмотрите, какая нежнятина. Нежнятина. Восхитительно, бесподобно. Лучше быть не может. Реально, очень вкусно.